Александр Олешко не получил звания звезды кинематографа, хотя фильмография у него большая. Он больше известен как талантливый и харизматичный телеведущий. Его телепроекты «Минута славы», «Один в один» и «Алфавит» несут добро и позитив. За это и полюбили Олешко миллионы поклонников. Но не все так гладко в жизни артиста. Он пережил развод и в свои 45 лет до сих пор не имеет детей. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, как живет сейчас Александр и как сложилась его личная жизнь. Александр родился в Кишиневе. В его семье не было представителей театрального искусства. Мама работала на энергетическом заводе, отчим на АЗС. Но мальчик с детства знал, он станет артистом. Поэтому охотно выходил на школьную сцену, и его выступления пользовались успехом. В 14-летнем возрасте Олешко в ультимативной форме заявил родителям о намерении уехать учиться в Москву. С этого момента началась самостоятельная жизнь Александра. Он поступил в цирковое училище и параллельно подрабатывал на телевидении в передачах «Роу-шоу» и «Шпилька». После окончания училища с отличием Олешко продолжил учебу в знаменитой «Щуке». Обучение актерскому мастерству полностью захватило его. В 1999 году молодой человек получил диплом и сразу попал в театр сатиры. Позже он перешел в «Современник», где работает до сих пор. Еще в студенческие годы Александр попал на съемочную площадку. Популярность ему принесла роль в сериале «Папины дочки». Свою карьеру телеведущего Олешко начинал на канале «Домашний» в передаче «Смешарики». Талантливого телеведущего заметили, и предложения посыпались одно за другим. «Большая разница», «Минута славы», «Точь-в-точь», «Один в один» и множество других передач. Также Александр принимал участие в «Танцах со звездами 2», в музыкальной программе «Две звезды» и даже в экстремальных «Больших гонках» и «Царе горы». Личная жизнь Олешко окружена слухами. У него не было громких романов, он не участвовал в скандалах, связанных с женщинами. Такая таинственность и недостаток информации породили много догадок. Олешко приписывают нетрадиционную ориентацию. Он не комментирует эту информацию и давно озвучил свою позицию. «Я не буду оправдываться. Это только сыграет на руку желтой прессе, которая любую ситуацию обыгрывает по-своему. Молчание актера еще больше подогревает интерес к его персоне». О жизни Олешко вне сцены и телевидения известно не так уж много. Он оберегает свое личное пространство, но иногда все-таки откровенничает на эту тему. В одном из интервью Александр рассказал о своем первом браке, который злые языки называли фикцией. Выдвигались предложения, что женитьба начинающему актеру была нужна лишь для получения московской прописки. Женой Александра была актриса театра «Калягина» Ольга Белова. С девушкой он познакомился еще во время учебы в Щукинском училище. Это не было мгновенной страстью. Молодые люди чувствовали себя комфортно вдвоем. Они много общались и зарегистрировали отношения только после того, как закончили учебу. Олешко не хотел прописываться в ее квартиру, чтобы его не считали приложением, и долгое время снимал жилье. Этот брак продлился недолго. Александр говорит, что чувства угасли. Во многом был виноват его напряженный рабочий график, но они остались друзьями. Сегодня у Ольги есть дети, и она счастлива во втором браке. В СМИ проскальзывала информация об отношениях молодого человека с графическим дизайнером Викторией Минеевой. Девушка очень похожа на его первую жену.
и 3 года сопровождала Александра на светских мероприятиях. Вика оформляла концерты артиста, придумывала афиши, но до свадьбы дело так и не дошло. Одно время Александру приписывали роман с Нонной Гришаевой, что тоже не подтвердилось. Не так давно Олежка сообщил о своих отношениях с девушкой, которая младше его на 10 лет. Имя ее назвать отказался, ссылаясь на то, что излишняя шумиха и пристальное внимание его возлюбленной не нужны. Сам Олежка говорит, что он очень влюбчивый. Ему может понравиться обычная незнакомка на улице, о которой он потом будет думать целый день и даже видеть ее во сне. Но у артиста собственный подход к браку. Он считает глупостью и стереотипом мнение о необходимости жениться до определенного возраста. Все случается в то время, когда должно случиться. Страсть быстро сгорает. Нужно проникновение друг в друга, невозможность жить порознь. Так говорит Олежка. Александр не собирается оставаться холостяком. У него в планах счастливая семья и дети. Но пока этого нет, он сконцентрирован на работе и ждет того самого волшебного момента. А какая из телепередач с Олежка вам понравилась больше всего? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, если вам понравилось видео. До новых встреч!